Евгений Митин, Ришат Муртазин приходят сюда почти каждый день. Играют примерно по 4 часа. За это время можно стряхнуть груз житейских забот, размяться как следует и проверить свое везение. Отдыхаешь, приходишь сюда, когда особенно спокойно, днем особенно, да? Людей мало, шума, гамма нет. С товарищем, с другом, с кем угодно. Играешь в бильярд, общаешься, разговариваешь. Суть игры даже не в том, чтобы научиться технически забивать шары, потому что очень много зависит от психологии. От психологии зависит 50% успеха. Человек может уметь хорошо играть, но в этот день он не выспался или что, и он проиграет человеку, который играет хуже, чем он, но психологически более устойчивый окажется в этот день. Бильярд – это не просто спортивная игра или развлечение. Бильярд – это целая культура со своими традициями, ритуалами и богатейшей историей. Недопустимо, например, отвлекать партнеров, лезть советами или мешать игрокам в то время, когда они готовятся сделать удар. Нельзя стоять напротив лузы, в которую целится игрок. Тем более нельзя держаться руками за борт возле этой лузы. Стол – своего рода алтарь. На борт стола, а тем более на поверхность, нельзя ставить бокалы с напитками или тарелки с едой. Плохим тоном считается даже наблюдать за чужой игрой без разрешения игроков. Здесь же в бильярде, видите, как и стойка нужна быть, и шар правильно ударить надо, понимаете? Тут нестандартное мышление. Тут, вот, допустим, надо высчитать, и какой удар произвести, с каким проколом, и угол его захода. То есть слишком, чтобы забить шар, надо очень действительно многое продумать. Бильярд любит везунчиков, говорит Ришат. И тут же, несмотря на наше присутствие, забивает непростой шар. Прежде чем мне сделать этот удар, мне надо встать на линию удара. Продумать, какой винт ему дать. То есть, если мы возьмем шар, у него несколько точек ударов. То есть, вот и мне надо подумать, какой винт ему дать. То есть, насколько мне надо его проколоть, то есть, насколько мне надо дать большой ему винт или маленький, чтобы он дошел до той лузы и упал в лузу. То есть очень много составляющих, чтобы сделать один удар только. Все бильярды можно разделить на 4 основные группы по видам игры. Русский бильярд, американский пул, снукер и карамболь. Игра в русский бильярд, пул и снукер проводятся на столах с лузами. Игра в карамболь на столах, не имеющих луз. Русский наиболее популярен именно у нас, поэтому, зайдя в клуб, в основном вы увидите столы именно для этой игры. Однако каждое уважающее себя заведение уж точно может предложить партию и в снукер, и в пул. Снукер наибольшее распространение получил в Англии и ее бывших колониях. Для игры используют 22 цветных шара, из которых 15 красных и 7 разноцветных. Разноцветные шары имеют разные достоинства. Игра ведется по достаточно сложным правилам, которые не меняются десятки лет, подчеркивая тем самым известный консерватизм англичан. Пул, американский лузный бильярд, получил широкое распространение во всем мире. Основной особенностью является небольшой размер стола и большие лузы. Игра ведется 16 разноцветными шарами, которые играются в лузы по определенным правилам. Игра в пул очень динамична, скоротечна и зрелищна. И все же бильярд – это долготерпение, душевное равновесие и спокойствие. Игроку требуется и логическое мышление, и способность продумывать каждый ход, а еще креативно подходить к решению задачи. Нельзя не отметить и явной пользы для здоровья. Подсчитано, что за время одной партии игрок проходит вокруг стола до 2 километра. Единственный минус бильярда – игроков к столу тянет как магнитом. Поэтому, если вы здесь частый гость, это уже навсегда.